Есть еще бежевый жир. Недавно про него стали говорить. Еще иногда его называют желтым жиром. Это промежуточный между белой и бурой жировой ткани. Первоначально имеет крайне низкое количество термогенина, но как классические бурые адипоциты реагируют на определенную стимуляцию, понижение температуры, мышечной работы, то есть вот здесь начинается работать, а также могут переходить и в белую. Да? То есть вот эта бежевая жировая промежуточная, она может перейти у нас с вами в белую жировую ткань, соответственно, в увеличение объема.